Из-за пандемии многие проекты были приостановлены. Постепенно работы возобновляются. В этом году в области будут запущены 4 крупных индустриальных проекта общей стоимостью 48,5 миллиарда тенге. Это позволит открыть 500 новых рабочих мест. Работа над проектами близится к завершению. В Аральском районе будут открыты 4-й цех «Аралтуза», завод по производству сухого порошка из верблюжьего молока. В Кармакшинском районе будет запущена крупная птицефабрика. Строительные работы завершены. Остается монтаж оборудования. В Кызылорде с приездом иностранных специалистов начнется подготовка к запуску стекольного завода. Отметим, в целом в рамках программы индустриализации 2010 года в регионе реализован 31 проект стоимостью 151 миллиард тенге. В результате создано 1900 новых рабочих мест. В этом году также в Жанакурганском районе планируется начать строительство горно-обогатительного комбината на месторождении Шалкия, птицефабрики крестьянского хозяйства Абдулла, в Аральском районе завода кальцинированной соды. На сегодня определяется подрядчик строительства ГОК. На территорию будущего завода кальцинированной соды в рамках дорожной карты бизнеса подводится инженерная инфраструктура. Вода уже подведена. В этом году будут подведены газ, электроэнергия, связь и железная дорога.